Вкусный обед, приготовленный заботливой мамой. Кто не мечтает об этом, сидя целый день в офисе. В Стамбуле исполнить такое желание помогает служба доставки еды. В ее штате 75 домохозяек. Среди них Гульверен Гундаган. На телефон она получает сообщение о том, что сделан заказ. Женщина сразу отправляется на кухню готовить обед. Этим она и так занимается каждый день для своей семьи. И сейчас просто приготовит порцию побольше. Моя дочь услышала где-то об этом. Она предложила мне готовить больше еды и оставлять излишки для тех, кто в этом нуждается. Я и так постоянно готовлю и подумала, что могу последовать ее совету. Когда еда готова, приезжает курьер, забирает заказ и отвозит его клиенту. Айтен Кинар пользуется услугами этой службы постоянно. Я много раз заказывала еду в офис, потому что она приготовлена руками матери, и мы можем поесть домашней еды. В Стамбуле насчитывается более 4 миллионов работающих. У многих не хватает времени, чтобы заранее приготовить себе обед. В этом случае и поможет служба доставки маминой еды. Для домохозяек такая подработка тоже выгодна. Мы запустили этот проект 2,5 года назад, объединив две идеи – позволить клиентам получать домашнюю еду и дать работу женщинам. В будущем стамбульская служба доставки планирует оказывать подобные услуги и в крупных европейских городах.